По словам специалистов, точное количество носителей неизлечимого заболевания в несколько раз больше официальной статистики. Проблема в том, что многие люди даже не подозревают об опасном недуге. Медицина очень дорогая стала, и не каждый идет к врачу сейчас. Когда только очень плохо станет, тогда они уже идут в поликлинику и начинают проходить всех врачей. Конечно, при первых симптомах нужно обращаться к врачу. Для меня, например, большой проблемой является найти грамотного специалиста. В последнее время сахарный диабет все чаще регистрируют у детей и подростков. На сегодняшний день на учете состоят 175 юных одесситов, больных сахарным диабетом. Несмотря на все усилия медицины, врачам пока не удается остановить рост заболевания. Медики отмечают, что кроме лекарственных препаратов, немаловажную роль в лечении играет самоконтроль. Им приходится самостоятельно изменять образ жизни, образ питания, к которым они не готовы и не желают, контролировать свои показатели гликемии. Распространено мнение, что больные диабетом, как правило, находятся в стороне от активной жизни. Однако врачи напоминают, здоровое питание и своевременное лечение позволяют людям жить полноценно, невзирая на болезнь. Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса.